Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. С вами я, снова Максим Черепнин. Вот, и в этом видео я расскажу об основаниях, на которых лучше всего играть короткими шипами. Понятно, что нету прямо такого, ну, какой-то аксиомы, или чтобы обязательно на этом основании и только коротким. Вот. Ну, я просто скажу свои наблюдения, потому что я играю короткими шипами уже давно. Я начал играть короткими шипами на таком основании, как Butterfly, Interforce, ZLS. Вот. И мне казалось, что довольно хорошо получалось. Вот. Пока Алексей Сипачевский не посоветовал мне вот такое вот основание очень больших размеров. Это доктор Niebauer High Technology основание. Здесь порядка 13 мм толщина, при этом вес его 62 грамма. Основной слой здесь идет бальзы. Вот. И это основание именно для ударной техники шипами. То есть оно позволяет, что мяч сразу же отпрыгивает. И, условно говоря, если мы на это основание поставим какую-нибудь накладку гладкую и, например, поставим тоже вроде бы бальзовое, но 6-мм основание Spinlord Carbon Strike, вот, то на Spinlord Carbon Strike гладкая накладка будет цеплять и вращать гораздо сильнее, чем, например, на вот Hi-Tech, вот, или на, тут есть основание вот, Ultra Balza, такое плавное, или вот сейчас я играю Spinlord Ultra Balza, тоже бальза с добавками карбона. Так почему же все-таки бальза? Вот бальза, помимо легкости, дает вот этот выстрел, ускорение, то есть то, что необходимо для ударов, то есть бить над бальзовым основанием высокий мяч гораздо комфортнее, чем, например, небальзовым, вот, потому что небальзовым основанием или тонким таким основанием 5,6 мм традиционным баттерфляем, как бы там надо очень гораздо жестче держать кисть и очень важен угол, потому что если чуть-чуть вы закроете угол, то мяч сразу сорвется. Вот. Бальзовые основания прощают закрытие угла, все равно мяч попадет, потому что идет выстрел и там не сильно важен угол. Ну, в разумных, естественно, пределах, не надо там прям сильно закрывать. И я экспериментировал, поставил как-то, ну, вот на Spinlord Carbon Strike. Это такое основание, оно очень хорошо подойдет, наверное, для, если шипов, то игры у стола длинными шипами, такими чок-блоками. Можно попробовать антиспин на нем, тоже интересно. Я говорю за нетрадиционную игру. Ну а так оно очень подойдет, если поставить гладкие накладки. Очень контрольно, чувствительно, прям чувствуешь такое ощущение, что поры на мяче при вращении. И, соответственно, можно играть и возле стола, можно отойти и накручивать. Я поставил на него два варана и решил поиграть вращениями. То есть вот два варана вращениями. То есть мне делает топ-спин, и я не бью накатом, как, например, вот бальзовым. А мне делает топ-спин, и я так раз подкручиваю в ответ. Кажется это парадоксальным, как вообще там можно короткими шипами подкручивать, но это было довольно комфортно, оно действительно придавало вращение и возвращало. Соответственно, на тренировках, ну, порой, как бы, на меня делают, неважно, уровень игрока, серийно топ-спины, я легко подкручиваю, вращаю и слева, справа. Вот. Но в игре на счет, конечно, эти вращения, когда равный соперник, ну, они позволяют сопернику продолжать атаку. Если соперник делает топ-спин, ты бьешь, и он делает повторно топ-спин, мяч сваливается, потому что мяч же плоский, и надо открыть ракетку, ну, то есть скорректировать технику. То здесь он делает топ-спин, я перекручиваю, ну, делает топ-спин, там, другой угол, позволяет усилить игру. Поэтому вот игра, а я сам усилить не могу вращение, не могу ударить, ускорить, потому что я играю не гладко, я шипами. Вот, поэтому игра шипами это ударная, еще раз повторю. Вот, и основание, там тонкие 5,6 мм, основанные для игры гладкими накладками, подойдут не для всех шипов. Ну, то есть они подойдут, да, все равно надо экспериментировать, искать. Ну, вот я говорю именно за короткие, средние шипы. Играть не так комфортно. Не так комфортно, потому что и сами шипы начинают цеплять чересчур сильно. И вроде бы хорошо, что они цепляют, но с другой стороны падает их эффект удара. То есть ты как бы бьешь, удар как гладко, и соперник продолжает атаку. Мои результаты пошли вниз, когда я вот играл в таком стиле. Вот. И я вернулся к бальзовым, и, естественно, все вернулось на свои места. То есть начал одерживать победы. Ну,
Бальзовое основание, производить их по-разному решают. Ставят, допустим, бальзу и там два слоя еще, там лимбы. Вот. Здесь тоже бальза и два слоя верхних. Или вот я сейчас играю ультрабальза от Спинлорда. Здесь идет слоя карбона. То есть идет верхний слой дерева, потом карбон и потом идет бальза. То есть они помимо удара еще решили сделать, чтобы еще чуть-чуть цепляло. Поэтому это позволяет играть и по подрезке начала, и в то же время наносить контрудары. Ну, я продолжаю, естественно, исследовать. Я люблю это дело. И в данный момент играю Спинлорд Ультрабальза, но потом еще поищем, может, перейду на какие-то другие основания. Вот. Почему он все-таки перешел от High Technology? Я играл им очень давно, порядка полутора лет. Вот. Ну, во-первых, перешел, еще могу и вернуться. То есть это все как бы дело такое. Мне очень сложно подавать, ну, наверное, не только мне, основания с высоким подбросом подачи, так как лопасть большая, не так легко найти эту точку, несмотря на то, что она большая, вроде бы точек много. Вот, и порой при там, больших щитах 9-9 нелегко подать подачу, например, короткую там направо, таким, ну, таким вот мощным основанием. Гораздо легче, но этим вообще очень легко. Ну и, соответственно, этим с обычной лопастью не составляет труда подать подачу с высоким подбросом. И я, кстати, ну, набирал массу очков с помощью подач. С высоким подбросом подаешь, соперник или отдает сразу под атаку, ну или ошибается. Вот. Но в то же время этим основанием хорошо подавать подачу обратную. Вот, разные, то есть обратная подача, соперник начинает, и сразу можно переходить, добираться до блока шипов или контур удара справа-слева. Вот. Понятно, что по ударам, наверное, с этим основанием никто не сравнится. Очень комфортно, удобно бить, давить. Вот. Ну, еще не исключено, что я вернусь к нему. Вот, в зависимости от как бы, изобретений, как бы, ничего не стоит на месте, технологии движутся вперед. В данный момент такие шипы, но производитель тот же Спринлорд, возможно, выпустит и следующее поколение, еще более комфортнее и лучше. Поэтому, если вы планируете играть короткими шипами, я советую начать или попробовать на бальзовых основаниях. То есть ответ такой, чтобы в основании была бальза и был очень хороший как бы, отскок. Мяч не сильно задерживался на ракетке. Вот такие вот основания лучше всего подходят для игры шипами. На этом все. Играйте в теннис. Увидимся в следующих видео.